Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас с вами необычная программа, но та же самая «Думай, знай, познавай» Суперблиц. А необычная она тем, что она посвящена премьере кинофильма «Кингсмен. Начало». Добро пожаловать в клуб. «Кингсмен» – лучшее ателье на свете. Находчиво. Начнем. В этот раз мы вышли на улицы нашего города для того, чтобы снять супервыпуск. А супервыпуском он называется потому, что мы будем разыгрывать 2 билета в кино. Получить эти 2 билета они могут, выиграв такой сертификат. Этот сертификат обменивается в кассе на те самые 2 заветных билета. Это будут 2 билета на премьеры кинофильмов, которые будут выходить в кинотеатрах «Искра». Разыгрывать мы будем эти сертификаты примерно 2 раза в месяц. Ну что, пошли, зададим вопросы. Задам всего лишь 5 коротких вопросов, и вам нужно ответить на эти 5 коротких вопросов. Они будут касаться кинофильма «Кингсмен. Начало». Если вы наберете 20 баллов, а каждый вопрос вы будете оценивать минимум в 1 балл, максимум в 5 баллов, в зависимости от того, насколько вы уверены в ответе. Если вы наберете 20 баллов, вы получите вот такой сертификат, который даст вам право на 2 бесплатных билета в кино на премьеру. Итак, первый вопрос. По мотивам какого из произведений снят кинофильм «Кингсмен. Начало»? Вариант ответа. По мотивам романа, повести, комикса или пьесы? Я думаю, по мотивам романа. Романа? Да. А уверены? Ну, вы спросили, я не уверен. Я сомневаюсь между комиксом и романом. Но я, скорее всего, выберу роман. А может быть, что-нибудь другое выберете? Я не знаю. Ну, давайте комиксы, ладно. Комиксы. Да. А насколько уверены в комиксах? Ну, на 3 балла. На 3 балла. Да. Это правильно. Это действительно по мотивам комикса. Второй вопрос. В каком веке начинаются действия, не разворачиваются основные, а начинаются основные действия в кинофильме «Кингсмен. Начало»? Вот там вроде... Или... Посмотрите на них. Какой век похож? Ну, там этот, как Распутин. Ну, это 19 или 20-й, я не... Ну, вроде он Распутин, я сколько помню. Но я скажу 19... Нет, это начало 20 века, скорее всего. А насколько уверены? Ну, на 5. Правильно, это действительно начало 20 века. Третий вопрос. Супершпионы из какой страны противостоят тиранам в кинофильме «Кингсмен. Начало»? Он на кого они похожи? Вообще, первые были в Англии. Во второй части там и американцы были. Но если «Начало», ну, первый фильм про Англию был, но я думал, Англия тоже. А насколько уверены? Ну, тоже на 5 давайте. Правильно! Это Великобритания, Англия. Ну, дальше вопрос, который вы уже, в принципе, наверное, знаете ответ. Одним из героев кинофильма «Кингсмен. Начало» является Распутин, Сталин, Есенин или Ленин? Распутин на 5 баллов. Распутин, и это правильно. Последний вопрос. Сколько кинофильмов «Кингсмен. Начало» выходило до... «Кингсмен. Начало». Ну, до «Кингсмена. Начало», по идее, ни одного не выходило. Ну, «Кингсмен. Начало», если... Ну, а так, «Кингсменов» еще 2 есть. Которые первый «Кингсмен» и второй. Это 3-й, получается, «Кингсмен. Начало». Оценивайте. Ну, 5-2 тогда, давайте до конца добьем. И это правильно, да! Я поздравляю вас. У нас есть победитель, который получает сертификат. Прошу, давайте мы с вами покажем. Все, спасибо вам огромное. Удачи. Да, спасибо. До свидания.